не только рождаются, здесь воспитываются чемпионы. Девятьяров и Акулов. У нас есть фристайлист Саша Смышляев, он в Сочи взял бронзу. И наш саночник Альберт Демченко, мы все родом из Часового. Это действительно есть сила места, куда хочется возвращаться, где хочется тренироваться, где ты чувствуешь, что это твой дом, что ты здесь набираешься энергии, набираешься силы. Стартовая эстакада построил мой папа. Здесь мы отрабатываем стартовый рывок, который нам очень необходим, и доталкивание, которое мы совершаем на трассе. Но если бы я выиграла крупную сумму в лотерее, то я бы построила себе эстакаду с искусственным выраживанием льда здесь, в Часовом. Когда я была маленькая, мама купила 3 билетика, или 4, вот как раз на всю нашу семью, и поиграть в лото. Обычно мы как бы просто дома так собирались и играли все вчетвером. И тут мама купила, я говорю, о, здорово, все, давайте. Ну и пошла игра, и бах, и последний бочонок выпадает на мой билетик. Я обрадовалась, мы побежали, выиграла 66 рублей. По тем временам, не знаю, много это было или нет, это был мой первый выигрыш в лотерее. Те спортивные мероприятия, которые проводятся при поддержке Гослото, дают возможность заниматься спортом не только профессионалам, но и любителям различных видов спорта. Тем самым спорт становится доступнее. Сейчас мы находимся в этнографическом парке реки Часовой. Он как раз находится с тем местом, где мы тренировались. Здесь можно увидеть и узнать историю Ермака, историю нашей реки, тот образ жизни, от которого мы уже давно ушли. Это какая-то часть истории, часть, наверное, даже можно сказать, часть меня, часть Часового. Ну вот мы почти приехали ко мне домой. Сейчас я покажу вам, как я живу. Проходите, располагайтесь, а я пока переоденусь. Здесь очень много пространства, то пространство, которое я люблю. Это долларовое дерево, вообще первое такое дерево мне подарили, опять же, мои друзья. Оно у меня дома в Чусовом, у родителей. Он нереально уже большой-большой цветок, листья все свисают. Но я решила, что дома тоже нужно завести здесь, в Перми, себе такой цветочек. Это моя кухня здесь. Если я не нахожусь на сборах, я готовлю. Когда приходят друзья, я угощаю их чаем, кофе. А здесь у меня такая рабочая зона, такой кабинет. И когда я училась, я все время проводила здесь. Здесь компьютер, здесь очень удобно. А здесь я могу отдохнуть и посмотреть на красивый город. Виден парк Горького, колесо обозрения. Я немножко отдохнула, перевела дух, а теперь пойдемте гулять, ведь сегодня хорошая погода. Сейчас мы именно на той самой набережной, по которой мне очень нравится гулять. Здесь очень тихо, спокойно, ее недавно реконструировали. Здесь река Кама, и, кстати, в нее впадает река Часовая. Ну, это примерно то же самое, что я из Часового приехала в Пермь, или переехала, так сказать, в Пермь. Очень прикольно посмотреть на Пермь с другой стороны, со стороны реки Камы. Дает такой заряд бодрости, энергии, которая и воспоминания, самое главное, которые хватит на дальнейшие тренировки.